Здоровый образ жизни выбирает и курская молодежь. 3 недели отдыха в гармонии. Профильная смена с таким названием стартовала в лагере «Орленок». Молодые активисты и спортсмены – это 140 юношей и девушек из Курской области в возрасте от 14 до 17 лет. На время смены сформированы тематические отряды – спортивный, творческий, экологический. Ребята с первых дней взяли высокий темп. Здесь все ново, но пока все очень весело и мне очень нравится. Много позитива, разных людей, с которыми можно общаться. Очень много всего интересного, было весело. Вот первые даже 2 дня нас сумели развлечь, сумели как-то привлечь. Было интересно, вот в том смысле, что мы всегда чем-то занимались. С молодыми сторонниками здорового образа жизни работают преподаватели и студенты медуниверситета. Вожатые прошли обучение по программе «Школа педагогического мастерства».